Добрый день, дорогие друзья, добрый день! Сегодня в этом светлом зале блестит вода, блестят медали. Они своих героев ждут. Победный час на пьедестале. Пусть будет праздник наш красивым, на радость судьям справедливым. И мы объявляем старт, пусть будет этот старт счастливым. Дорогие друзья, давайте поприветствуем самых сильных, ловких студентов нашего института, которые, надеюсь, продемонстрируют нам сегодня не только наилучшие спортивные результаты, но и умение играть в команде. Пожалуйста. Поприветствуем команду профессора кафедры общественных связей и медиаполитики Назаровой Елены Александровны. Приглашается команда профессора кафедры национальных и федеративных отношений Ланда Камиля Газимагомедовича, Шмидта Вильяма Владимировича. Ура! В этой команде присутствует действующий чемпион Ранхикс по плаванию Яковлев Александр. Также он победитель и призер первенства России по плаванию. Приглашается команда кафедры теории и практики государственного контроля Сафоновой Жанны Николаевны. Дорогие друзья, на нашем празднике присутствуют почетные гости. Директор ИКСУ, профессор Барцец Игорь Несбеевич. А также наш уважаемый гость, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Европы и рекордсмен мира по Международному олимпийскому комитету, вице-президент Всероссийской федерации плаванию Попов Александр Владимирович. А еще призер мировых первенств, рекордсмен Европы, президент Московской федерации плавания Филонов Алексей Юрьевич. А также олимпийский чемпион Московской олимпиады 80, многократный чемпион мира и Европы Кондра Владимир Григорьевич. Ура! Похлопаем нашей группе поддержки! Every day I'm shuffling. Shh.
Поприветствуем, дорогие друзья, членов сборной команды Ранхикс по плаванию. По первой дорожке плывет Селезенко Вячеслав, бронзовый призер чемпионата России по водному полу, победитель чемпионата Москвы по водному полу. По дорожке номер два плывет Владик Анджел, призер первенства России по плаванию, победитель спартакиады Ранхикс по плаванию. По третьей дорожке плывет Тележенко Владислав, член сборной команды Ранхикс по плаванию, также бронзовый призер чемпионата России по водному полу и победитель чемпионата Москвы по водному полу. Поприветствуем их! Итак, дорогие друзья, слово предоставляется директору Института государственной службы и управления профессору Барцицу Игорю Несбеевичу. Но мне кажется, я уже столько раз тут выступал, что я ничего особо говорить не буду. Я очень рад, что у нас сегодня замечательные гости. Лукавить не буду, для нас это большая честь. И я очень рад видеть легендарных, замечательных людей. Поэтому давайте я не буду сейчас занимать ваше время и сразу передам слово Андрею Владимировичу. Уважаемые спортсмены, уважаемые преподаватели, те, кто еще сидят в воде, но сейчас выйдут присоединяться к вам. Ребят, на самом деле плавание это красиво, плавание это здорово, плавание это, ну, есть чем блеснуть на пляже, скажем так. Поэтому занимайтесь. Спорт, он всегда вам поможет, как в учебе, так и в жизни. Поэтому не сдавайтесь, достигайте своих результатов и только вперед. Все то же самое, что и в спорте, то и в учебе. Только вперед, ни шагу назад. Удачи, успехов! Спасибо за добрые слова, поблагодарим. И надеемся вас не разочаровать и провести активный образ жизни. Следующее слово представляется президенту Московской федерации плавания Филонову Алексею Юрьевичу. Уважаемые участники соревнований, уважаемые организаторы, от лица Федерации плавания города Москвы разрешите приветствовать вас на этом празднике. Что хочу сказать, что современный успешный человек должен не только быть образован, но и крепким телом. Вам несказочно повезло, что в стенах вашего вуза есть бассейн, поэтому занимайтесь плаванием. Плавание – это не только жизнесберегающий и жизненеобходимый вид спорта, но и наименее травматичный. Поэтому агитируйте своих родителей, своих друзей заниматься плаванием. Спасибо, всем удачи! Ура! Итак, слово для напутствия наших участников представляется олимпийскому чемпиону, преподавателю кафедры физвоспитания нашей академии Кондре Владимиру Григорьевичу. Ну, уважаемые ребята, мне, конечно, трудно сказать, что я гость. Как сказали, здесь уже вот пришел 2 года назад, думал так чуть-чуть, а оказалось, что есть такая хорошая спортивная база, такие хорошие преподаватели, великолепные спортсмены. И просто тянет сюда, рядышком с олимпийской деревней, как говорится, где я стал олимпийским чемпионом, пройтись-то 5-8 минут и попасть в такое чудо. Будьте всегда спортивными. Вот сейчас проплыли 3 парня, просто прекрасно смотреть. И вот это столько пловцов, столько спортсменов в этой академии. Я думаю, их будет еще больше. Здоровья вам, всего самого наилучшего. Спасибо большое таким прекрасным гостям. Всего наилучшего. Спасибо! Ну что, команды, вы готовы? Мы готовы! Команды! И тогда мы начинаем! Прошу команды пройти на разминку. Разминка команды! Давайте еще раз поприветствуем наших многоуважаемых гостей, ребята!
пока наши команды разминаются, я бы хотел поблагодарить сборную черлидерш Ранхикс. Ура, ребята, порадуемся! Итак, мы начинаем наше соревнование, первая эстафета, которая будет заключаться в плавании на ногах с доской. Это должны участники плыть только ногами, гребсти ногами, а держать доску либо в руках, либо как им угодно. Итак, команда, участники, вы готовы? Я не слышу вас. Итак, мы видим то, что лидирует дорожка под номером 2. Интересно, что же будет на обратной дороге? Давайте поддержим команду номер 3. Ребята, давайте! We'll be right back.
Дорогие друзья, которые находятся в ситуационном центре 6-го корпуса, надеюсь, вы нас поддержите и слышите. Давайте, профессора, поддерживайте свои команды! Итак, давайте поддержим команды! Ребята, нарастает ажиотаж! Первая команда под номером 2, вторая команда под номером 1 и третья команда ждем, пока финиширует. Итак, дорогие судьи, члены жюри, прошу вам напомнить, команда, занявшая первое место, получает 3 балла. Команда, занявшая второе место, получает 2 балла. И команда, занявшая третье место, соответственно, получает 1 балл. Всего у нас будет 8 эстафет. Итак, команда номер 3 финишировала. Поприветствуем ряд. Поблагодарим их. И следующая эстафета – это плавание с фитболами. Участники должны проплыть с этими большими шариками, дотолкать их до одного борта. И пока так не проплывет вся команда. Поехали! Вау, вот это ажиотаж, ребята! Я даже не знаю, кто лидирует, команда номер 1 или 2. Напоминаю условия. Главное коснуться большим шариком на стенке борта. Команда под номером 1 лидирует. Но вторая команда, похоже, не хочет сдаваться. Давайте поддержим команду под номером 3, ребята. Команда номер 3, давай, давай. Ребята, не сдаемся!
Команда под номером 2 вырывается вперед и прям не отстает от нее команда под номером 1. Так, финишировала первая команда под номером 2. И также финишировала вторая команда под номером 1. Давайте, ребята, ждем и поддержим команду под номером 3. Как и на любых Олимпийских играх, как обычно, выигрывает одна команда, проигрывает с отставанием очень большим другая, но в итоге, я надеюсь, то, что победит дружба. Итак, команды финишировали, а мы поблагодарим еще за поддержку наших дорогих чирлидер. Спасибо вам! Ура! Итак, следующая эстафета – это спортивное плавание любым стилем. Напоминаю то, что команды-участницы могут проплыть эстафету любым стилем. Хоть на спине, хоть на животе. Это не стиль. Живот и спина – это не стиль. Живот и спина – это как бы способ стиля. Поехали! Уважаемые профессора, подбадривайте свои команды! Все зависит от вас! А сейчас лидирует команда под номером 2. Я еще раз напоминаю, что прямая трансляция сейчас происходит прямо в 6-м корпусе, в ситуационном центре. Ребята, поддерживайте нас! Похоже, команда под номером 2 не хочет уступать лидерство. Итак, финишировала команда под номером 2. Второй финишировала команда под номером 1. Команда под номером 3, мы ждем вас и поддерживаем все дружно.
Но впереди у нас еще не одна эстафета, так что все может поменяться. Команды, не сдавайся. Итак, финишировала команда под номером 3. Первое место заняла команда под номером 2. Поприветствуем ее. Второе место заняла команда под номером 1. Аплодисменты. И третье место заняла команда под номером 3. Итак, следующая эстафета у нас называется «Плавание в паре». Она заключается в том, что плывет первый человек, который гребет только руками. Второй человек позади него держит его руками, своими руками за его ноги и гребет ногами. То есть получается такое парное плавание. Я передаю привет ситуационному центру в 6-м корпусе. Ребята, вы слышите нас? Надеюсь, вы бурно нас поддерживаете там. Ребята, я желаю вам успехов и терпения. Давайте все дружно поддержим их еще раз. Ребята! И мы стартуем! Снова лидирует команда под номером 2. Эти ребята, похоже, сделаны из стали. Поддержим команду под номером 3. Здесь девушки гребут. Давайте, девушки! Я чувствую то, что все команды-участницы уже устали. Давайте мы их подбодрим, ребята, все дружно! Вы видите, сколько здесь отважных и сильных ребят из Института государственной службы управления? Давайте, ребята, мы не сдаемся, мы поддерживаем вас! Молодцы, команда номер 3!
А я также напоминаю то, что у нас сейчас разыгрывается конкурс на лучшую фотографию в Инстаграме с хэштегом «Водная битва Иксу». Наши уважаемые черлидерши все неустанно нас поддерживают. Номером 2. А мы видим, как профессор Сафонова Жанна Николаевна поддерживает свою команду. Давайте, ребята, и мы поддержим все остальные вместе. Финишировала команда под номером 1. Выходит на финишную прямую команда под номером 3. Поддержим снова команду 3, ребята! Давайте, давайте, мы с вами! Третья команда финишировала. Ребята, вот за такую эстафету надо всех дружно поблагодарить их. Давайте вместе их поддержим. Это очень тяжелая эстафета. Ребята, мы с вами. Итак, эстафета под номером 5 заключается в плавании с нудлсом. Нудлс — это такая длинная вытянутая палка. Вот. Она заключается в том, что это будет как паровозик. Один человек цепляется, плывет эстафету, хватает другого, потом плывет вдвоем, цепляет третьего, плывет втроем, так пока не проплывет вся команда. Да, вы видите, как дружно поддерживают черлидерши. И что ж, команды почти готовы. Готовы? Черлидерши, подбодрите наших спортсменов!
Итак, мы ждем свистка арбитра. Готовы? Поехали! Я хочу сказать, что первым должны плыть самые выносливые ребята, самые сильные, потому что им придется проплыть очень много бассейнов. А мы благодарим кафедру физической культуры РАНФИК за предоставленную возможность и сотрудничество. Спасибо вам! Вы только посмотрите, какая борьба! Первая и вторая команды! Мы неустанно поддерживаем, уже в тройках плывут ребята. Давайте, давайте! В этой эстафете проверяется дружность команды, их умение действовать в команде. Ребята, поддерживаем! А команда номер два серьезно настроена на победу. Но первая команда не сдается, не сдается. А я все не перестаю удивляться, сколько же у нас сильных ребят на институте. Финишировала! Второй финишировала команда под номером один! Третья команда, мы с вами, мы верим в вас! Итак, почти финишировала команда под номером три, ребята, поддержим их! Молодцы, ребята, молодцы! А теперь мы переходим к последней эстафете. Она заключается в сборе ложек со дна и шариков с поверхности воды. Сейчас команда разбросит ложки на дно бассейна, который команда, чем больше она соберет ложек и шариков, тем больше она получит баллов. Одна ложка равна одному баллу, один шарик также равен одному баллу. А мы передаем привет ситуационному центру 6-го корпуса. Ребята, вы с нами? Поэтому большой шарик, он ставит маленький.
Вот это взрыв, ребята! Это был... Так. Обратно, команда, обратно, команды. Просим вас подойти обратно. Подождите. Это был непредвиденный фальстарт. Участники, отплываем обратно. А я объявляю то, что от каждой команды будет по 3 человека собирать ложки со дна и шарики с поверхности воды. Команды могут собирать шарики и ложки не только со своей полосы, но и с полосы соседней. И мы стартовали, ребята! И мы видим тактику команды под номером 2. Она сгребает все свои. А команда под номером 3 собирает ложки. Я напоминаю то, что один шарик равен одному баллу, одна ложка равна одному баллу. Профессора поддерживают свои команды неустанно. А мы видим то, что мешки у всех полны, и надеемся на большее количество баллов для каждого. Итак, завязываем мешки и отдаем их вашим профессорам для подсчета голосов. Для подсчета баллов. Every day I'm shuffling. А сейчас для вас снова показать выступление сборной cheerleader Sharon Hicks. Поддержим их, ребята!
А группа поддержки нас неустанно поддерживает и не устает, ребята! Спасибо, спасибо за поддержку, ребята! А все команды ждут подсчета голосов, да, ребят? Я чувствую, вы устали. Но давайте погладим друг друга. Так, подсчет голосов почти завершился, ребята. Сейчас станет все известно. Итак, слово для награждения предоставляется нашим уважаемым гостям, олимпийским чемпионам. Прошу вас, дорогие гости, олимпийские чемпионы, наши уважаемые гости, прошу вас пройти за мной для награждения. А на пьедестал... А на пьедестал приглашается команда под номером 3. Ребята, проходите, пожалуйста, сюда. Команда под номером 3, мы ждем вас. Команда под номером 3. Под номером 3, ребята, проходите, пожалуйста, сюда. Команда профессора Назарова Лены Александровны, пожалуйста, прошу вас на пьедестал.
Итак, эти ребята, эта команда заняли третье почетное место. Ребята, мы благодарим их! Ребята, спасибо вам. Вы старались. Мы вас очень уважаем. Спасибо! Итак, на пьедестал для награждения второго почетного места приглашается команда под номером один. Команда профессора Сафонова Жанны Николаевны. Прошу сюда. Ребята, мы поддерживаем. Поддерживаем второе место. Спасибо вам, вы молодцы, вы все усердно старались. Молодцы, молодцы. Итак, леди и джентльмены, для почетного первого места приглашается команда под номером два! Профессоров кафедры национальных и федеративных отношений Ланда Камиля Газимагомедовича и Шмидта Вильяма Владимировича! Просим! Ура! Почетное первое место, ребята! Ребята молодцы, все старались. Итак, пока наши уважаемые гости фотографируются с нашими участниками, давайте передадим привет ситуационному центру 6-го корпуса. Ребята, мы скоро будем у вас. Готовьтесь! Теперь для фото приглашается команда победителей. Ребята, давайте, проходите, пожалуйста. Да, я вижу наш полотенчик с символкой Иксу. Ребята, давайте все дружно покажем наши полотенца, символизирующие наш институт. Поднимем Иксу наверх. Ребята, молодцы! Все молодцы, ребят! Я так горд за вас! Давай, Россия!
А теперь все команды-участницы, пожалуйста, поройтесь в линию сюда, ко мне. Проходите, пожалуйста, для общего фото, ребят. Где я, парень в очках и в белом костюме? Я тут, ребят. И не забываем полотенчики, символика XU, ребята. Пожалуйста, проходите сюда, уважаемые гости.